Привет, моя прекрасная рукодельница! У меня сегодня для вас очень классный мастер-класс по вязанию горизонтальной каймы. Всего лишь навсего два ряда параллельных рельефных волн создают такой вот потрясающий эффект. Раппорт составит этого участка 3 петли и 6 рядов в высоту. Основной узор у меня лицевая гладь, а пряжа Аделия Хэппи. Переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. У меня количество петель кратное 3 на левой спице и начинаю с первого ряда. Сначала кромочная, завожу далее спицу за вторую петлю, вытягиваю нить, провязываю первую и вторую петли вместе лицевой за задние стенки, получившуюся петлю возвращаю обратно на левую спицу и провязываю ее лицевой вместе с третьей петлей за задние стенки, делаю накид. Повторяю, завожу спицу за вторую петлю, вытягиваю нить, провязываю эти две петли вместе лицевой за задние стенки, получившуюся петлю возвращаю обратно и провязываю ее вместе со следующей петлей лицевой за задние стенки и делаю накид. Это первый ряд. Теперь перехожу ко второму ряду. Сначала снимаю кромочную петлю. Далее провязываю 2 петли вместе, 1 изнаночная, делаю накид и 1 лицевая петля. Повторяю 2 петли вместе, это накид и петля предыдущего ряда, провязываю 1 изнаночная, делаю накид и 1 лицевая петля. Здесь все просто. Третий ряд полностью провязываю изнаночными. Контролирую петли так, чтобы они не получились скрещенные. Третья петля у меня провязывается за заднюю стенку. В четвертом ряду кромочная петля и далее лицевые. Смотрите, далее окончательные 5 и 6 ряды для конца раппорта каймы мы провяжем как первые и третьи. Пятый ряд снимаю кромочную, завожу спицу за вторую петлю, вытягиваю нить, провязываю 2 петли вместе лицевой за задние стенки, получившуюся возвращаю обратно и провязываю ее лицевой вместе со следующей петлей, делаю накид. Вот такой вот раппорт я повторяю до конца 5 ряда. И 6 ряд заключительный для данной каймы. Кромочная. 2 петли провязываю вместе 1 изнаночной. Делаю накид и лицевая петля. Еще раз. 2 петли вместе. В моем варианте это накид с петлей. Провязываю 1 изнаночной. Делаю накид и 1 лицевая петля. В седьмом ряду я перехожу на зеленый цвет и вяжу основной узор лицевая гладь, но так как это изнаночная сторона, петли провязываю сначала изнаночными. Восьмой ряд, соответственно, лицевые петли. Ну и, пожалуй, на этом я мастер-класс завершаю. Обязательно, друзья, сохраняйте этот ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. За ваши комментарии я очень признательна. Желаю вам отличного настроения. Мы скоро увидимся. Всем пока!